Консультация узкого специалиста прямо в машине скорой помощи. В регионе появится мобильная система экстренной помощи кардиобольным, теле-ЭКГ. Специальным оборудованием, аппаратами электрокардиограммы с возможностью передачи данных будут оснащены также сельские ФАПы и ЦРБ. Научное соревнование. В областном центре состоялся финал регионального конкурса творческих открытий и инициатив «Мы, белгородцы, думай, решай, действуй». В этом году в нем приняли участие около 2500 учащихся области. Впервые свои проекты представили и школьники Крыма. Они знают правила дорожного движения на зубок. В Веделевке подвели итоги регионального конкурса «Зеленый огонек», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Участие в нем приняли 5 муниципальных управлений образования и более 20 дошкольных образовательных учреждений.